такой популярной, что стал героем не одной сотни песен. Правда, в России о Кадиллаках поют, точнее читают в основном рэперы. Но в любой стране первый американский автомобиль класса люкс, признак роскоши, пусть и не всегда оправданный. Современный девиз компании «Кадиллак» – «Жизнь, свобода, стремление». Стремиться хозяевам таких машин действительно есть к чему, как минимум для того, чтобы их прокормить. Например, «Эскалейд», на котором мы едем, имеет объем двигателя 6,2 литра. Бывают «Кадиллаки» и скромнее, но россияне все же в большинстве своем предпочитают этот внедорожник. Сами владельцы его ласково именуют «сараем». Причем многие из них не знают татарского значения этого слова. Все спрашивают, зачем тебе такой сарай? Ты ездишь одна по пробкам, он ест много бензина. Я не знаю, это была мечта. Владельцы «Кадиллаков» говорят, это не машина, а образ жизни. И менталитет они все якобы имеют особый. Правда, есть и те, кто при покупке американской мечты руководствовался больше практическими соображениями. Тут можно, я не знаю, переночевать или, не знаю, большая машина, хорошая. Российскому клубу «Кадиллак» чуть больше года, но участников уже больше 1500. Общаются в основном по интернету. Автопробег – хорошая возможность познакомиться лично. Командный дух, пообщаться с людьми, у которых такие же машины, как у меня, примерно такой же менталитет. Это общность. А еще автопробег – шанс ближе познакомиться с новым городом. Сегодня – с Казанью. Этим любители «Кадиллаков» и занимались в течение всего дня. Роман Королёв, Айрат Каюмов, телеканал «Татарстан», «Новый век».